Всем привет, дорогие друзья! Вышли мы на прогулку. Сейчас идем получать мне социальную карту. Я ее уже оформила. Осталось только получить на бесплатный проезд. Все такое для второго родителя из многодетной семьи. Идем, сейчас я качу коляску. А рядом со мной топают мои дорогие. Так вот, обойду. Вон, видите, Андрюшка, Пуська. Все семейство в сборе. Вася с Мишей пошли погулять, ну, просто сами на улицу. А Ваня еще в школе. Ну, думаю, скоро все-таки вернется. Может, у него там дополнительный кружок по истории. Потом это вот риторика. Ну, такие всякие штуки. Поэтому задерживается. Хочу сегодня еще, надеюсь, получится зайти в перекресток и поснимать для вас цены на разные такие полезные, постные товары. Ну, какие-то интересные, которые я для себя нашла. Такие достаточно бюджетные и вкусные. А то я цены вечно не помню. Вот хочу нам купить, наверное, совсем мало, но хочу для вас поснимать. Кто такой топает? Серьезный Коля, очень серьезный. Привет. Но путь нам предстоит сейчас не близкий, так что мы тут будем гулять. Я вам тут хотела немножко показать на улице. Видите, у нас весна, но снег еще на газонах лежит. И вот такие огромные, вот видите, валуны серого снега, еще не растаявшего. Ну, тает потихоньку, но не быстро. Дороги все чистые. Вот, и еще хочу с вами сегодня поговорить на тему женского выгорания, такого материнского, особенно когда первый ребенок, или ну там первые два ребенка, или все тяжело переболели. Вот такое выгорание в тяжелые периоды, когда ничего не хочется, сил не хватает ни на кого, ни на себя, ни на близких. Вот тоже с вами немножко об этом поговорю. Дошли мы до МФЦ. В итоге мне продлили временную социальную карту, ну, временный проездной. Сейчас какая-то проблема, говорят, у многих задерживается выпуск карт. Ну, что-то на заводе какая-то проблема, в общем, поэтому ждем. Еще месяц поезжу по временно. И еще справку для бесплатного проезда в электричках тоже дали. Вот, сейчас пойдем, зайдем в Калиту, Колю немножко там на машинке покатаем. Что-то еще хотела сказать. А, и еще приятная новость. Ну, да, вы все уже в курсе, что можно ходить без масок в общественных местах. И вот теперь в МФЦ все без масок. Ну, только те, кто как-то боится чего-то там заразиться, вот те в масках. Так что все сотрудники и сами можете заходить. Полегче стало, легче дышится. Вот. А вот мои дорогие меня ждут. Сейчас все вместе пойдем в Калиту. Мы с Колечкой сидим уже за столиком. Мама. Ждем сейчас в теремке. Андрей закажет нам покушать. Будешь блинчик с картошкой? С картошкой будешь блинчик? Я же хотела бы на машине покататься. На машину попозже. Сейчас подкормим Колечку, покушаем. Да, сейчас папочка все принесет, покажем, что мы купим. Колечек, что там под столом? Там под столом что-то интересное, Коль? Что там такое? Сидит котеночек за столом и ждет. Вот такой миленький, да. Ручками держится. Да, солнышко, сейчас все будет. Вот первое блюдо, которое нам Андрей уже принес. Гороховый супчик с булочкой. Вот. И еще узвар вот теремковский с грушей. Два стаканчика. Сейчас еще блинчики будут. Вот уже блинчики папочка наш принес. Два постных блина, блина с картошкой. А вот это наше любимое средство. Так, с какой стороны его показать? Это я Колю еще держу на руках. Вот наш гель для рук. Любим им обрабатывать руки перед едой. А вот и Колечка сидит у меня, кушает. Я ему дала кусочек булочки. И он его активно ест. Вкусно тебе, Колечка? Вот, а мы сидим в ресторанном дворике в Калите. Вот здесь у нас вот Макдональдс. Макдональдс закрылся. KFC работает, крошка картошка работает. Ну, ресторанчики разные. А вот здесь вот теремок. И там еще суши. Так что здесь прям много чего можно поесть. Да, Коль, скажи всем привет. Тебе вкусно? Сейчас будем тебя блинчиком кормить. Внутри блинчика картошка такая обжаренная, красивая. Соленые огурчики, лук фри, зелень, петрушка. Очень вкусно. Он большой, сытный. И само тесто блинов тоже постное.
Еще прям хороший вариант. Андрей же посмотрел на сайте теремка, там есть какие-то купоны выгодные, по которым можно с большой скидкой, да, купить, Андрюшка? Да, ну там, допустим, какая-то комбинация, какой-то блин с каким-то напитком, например, и скидка там практически 50%. Ну, в общем, выгодно, так что можно вот пользоваться, у кого теремок в доступе. Любимая Колина машинка ждет, когда папа ему ее запустит. Да, уже раскачивается, очень любит ей ездить. О, как она рулит, Колечка, ничего себе. Гудит машина, да, а где руль, Коля, где руль? Коля, смотри, руль. Коля, это руль. Смотри, руль. Держи, руль. Да, руль. Руль. Коля, крутит, крутит руль. Наша пирамида Хеопса там. В общем, Коля готов. Колечка едет. Папа включил машину. Вот оно, детское счастье. Путь, а ты едешь на машине, машина. Держи, руль, рули, Коля. На машине, рули. Сидит такой, за руль не держится, упорно. Но вроде пока не съехал. Это, кстати, какая-то она более мягко катается. Со второй машинки он регулярно уползает. Но в этой нету никаких пристежек. Коля, ты едешь, да? Тебе нравится? Давай рулить вместе. Давай вместе, Коль. Давай, рули. И на кнопочку. Бип-бип. Да, ты едешь? Вот, подошла к зеленой линии. Хочу вам показать. Здесь, во-первых, вот целая линия. Здесь есть цикорий разный, шиповник. Вот какие-то напитки, гречишный чай напиток, матча, иван-чай. То есть прям, мне кажется, вот сбитый. Добавка в чай, мята, чебрец, облепиха. Вот, здесь сиропы разные, темные, светлые. Мята, видимо, с какими-то добавлениями. А, цены сейчас примерно покажу. Ну, вот, например, добавка в чай, мята, да, чебрец, облепиха по 79. А, облепиха 239. Чебрец и мята 79. Чай, иван-чай 169. Гречишный чайный напиток, ну, подороже. 300, да, получается, примерно. Цикорий в такой банке, типа кофе, 240. Вот эти мы пробовали. Хлебцы, сверху шоколад. Ну, в принципе, они приятные. Коля, в принципе, ел. Ну, ребята, в принципе, съели. Хотя, конечно, ну, не самое вкусное. В общем, 109. Батончики, видите, разные. Вот, яблоко, корица, черника, яблоко. Ну, кстати, вот эти мы еще не пробовали. Можно взять на пробу 49 рублей. У них вообще все батончики по 49. Потом вот эти конфеты полезные, но они типа батончиков. Это вот с чем? Какая-то гречишная конфета. Ну, в общем, тоже 49. Сухарики разные. Вот, шоколад у них разный. Вот, шоколадный меду, апельсин, молочный. А это просто на меду. Вот такой шоколад 140 рублей. Конфеты из кокоса за 99. Кедровый грильяж. Он, кстати, вкусный, наверное. 350 рублей. И вот такие полезные конфетки 230. Потом разные вот такие, смотрите, вкусные штучки. Мне даже, кстати, кажется, наверное, такую выгоднее покупать, чем батончики. Тут, наверное, их больше. Хотя... Ну, не знаю. Потом здесь, видите, семя льна за 89 рублей. Семя чиа за 260. А, гранола ореховая, ягодная по 170. Это что-то протеиновый мид, мясо протеиновое. Это мы еще не пробовали. Смесь Бианова. Какой-то бургер, что ли. Обогащенный растительным белком. Свекольный, грибной, морковный, капустный. Но это мы еще не пробовали. Ну, прям, видите, много всего. Вот такие батончики мы брали. Они по 49 рублей. Ну, в общем, всякие-всякие вкусности. Потом вот есть разные кокосовые. Кокосовое молоко, кокосовая сгущенка. Ну, такие, честно, я даже кокосовые, типа, вареные сгущенки. Ну, такие мы не брали. Вот здесь еще вот эти всякие не молоки, вот кокосовое молоко, а это миндальное. Вот миндальное мы регулярно берем. Это
это сколько получается, 240, ну, знаете, я понемногу использую, надолго хватает. Есть еще овсяное молоко, вот, что-то овсяно-фруктовое. Ну, в общем, разных видов сейчас вот постных достаточно много. А вот здесь находится, видите, стоит 70 рублей, соевый гуляш, соевый без строганов. Я их уже покупала, вам показывала. Вот эти высокобелковые чипсы, лук-укроп. Ну, в общем, ребята с хумусом любят. Вот, они 49 рублей. Чипсы не отруби, ну, тоже какие-то полезные, вон, 69 рублей. Достаточно такой-то, ну, бюджетный продукт, ну, можно разнообразить. И вот видите, здесь разные протеиновые батончики, они с разными вот фруктами, с разными орешками, шоколадом, без. В общем, вот их прямо большой-большой выбор, какие мы обычно берем. Ну, разные берем. Вот эти вкусные, они типа с йогуртом 59. А вот это вот с миндалем, ой, с фисташками 79. Вот эти кето, они эти с миндалем. Эти стоят... А, нет. Сколько же они стоят? Ченя, что ли, называются? Нет, какие-то другие. Вот это. Ну, в общем, здесь немножко можно запутаться, конечно. Потом всякие живые конфеты, тоже типа полезные, но они, конечно, подороже. А, вот мне еще чем понравился, хочу взять Леовит, очищающий кисель. Прям очень классный. Можно, конечно, взять в такой упаковке. Вот, стоит 200 рублей. Но мне удобно было попить, заваривать. Вот, 59 рублей. Наверное, возьму я вот упаковочку. Сколько здесь интересно. Видите, кисель очищающий, он правда вкусный. Сколько здесь упаковок? Не вижу. 5 порций. А вот если по отдельности брать, порция 45. Ну, в принципе, выгодно. А вот этот большой такой, сколько там порций? Не вижу, не вижу. Так. Да. Ну, в общем, так, на глазок, видимо, сыпать. Ну, мне нравится, когда можно все-таки видеть порциями. Возьму вот такой. Вот он такой грильяж любим брать на фруктозе. Вот, он 164 рубля. Он что тут еще с ценами? Вот такие печеньки вкусные. 104 рубля. А тоф у нас уже несколько видов. А вот такой классический. Вот этот мы еще не брали. Ну, думаю, вполне хороший. Стоит 99 рублей. Вот этот вот японский мы брали. Вроде бы это он 219. И вот этот тофу шелковый какой-то. Но мне не очень нравится. Он как в тюбике. 109 рублей. Вот. Вот этот вот какой-то веганский. Без глютена, без лактозы. Знаете, вот на крахмале. Что-то он меня смутил. Так что этот моцарелу веганский не стали пробовать. Хотя вот она стоит сколько? 159. Тут мы заморозку берем постную, здесь видите, котлеты соевые, 149 рублей. А, вот там 4 штучки в такой упаковке, они вот там с горохом, с морковкой, брокколи, ну вот вкусные. Потом здесь всякие вот вареники любим брать, вот с вишней 240, с картошкой, грибами 164, что ли. Ну, тут бывают они разные, вот эти какие-то 150. Сырники, вот еще разные заморозки, еще овощи. Вот здесь, например, будем брать рататуй. Вот сколько он стоит, а вот 130. Вот хлеб мы будем такой брать бездрожжевой, но он очень вкусный. Вот Марьин или вот этот вот стройный рецепт 89 и 104 рубля. Еще вот 130 рублей такой вкусный хлебушек бездрожжевой. С орешками, с изюмом, курагой. Вот берем, всем нравится. Ну, чуть-чуть буквально так, знаете, типа к чаю. Вот наша корзинка взяла разного на пробу. Хочу дальше поговорить с вами о, ну, так называемом женском выгорании. Ну, это такое слово модное. Но знаете, вот о таком состоянии, когда руки опускаются, вот кажется, что все, что ты делаешь, это как-то никто не замечает, что это как-то бессмысленно, что ты упахиваешься, вот всю себя уже отдал,
А ты не чувствуешь никакой отдачи, не чувствуешь никакой радости от этого. Уже ничего не хочется делать, ни домом заниматься, ни детьми, ни с мужем общаться. Ну, вот знаете, такое вот прям кризисное чувство, оно... Ну, я знаю, что все через это проходят в том или ином возрасте, в то или иное время. И даже более того скажу, что какие-то, ну, подобные ситуации, они и у меня периодически бывают. То есть это не то, что раз там вылечил, и все больше не повторится. Но, наверное, самое яркое переживание этого, это вот в начале семейной жизни, когда это впервые случается, и когда вот ты с этим всем сталкиваешься. И я хотела поделиться, ну вот как вообще я это все переживала, что я для себя находила, как я сейчас себя поддерживаю, и вообще причины всего этого, почему это возникает и что делать. Я знаю, что очень много психологов, ну вообще разных специалистов на эту тему и видео записывают, и какие-то передачи, интервью. Ну, я хотела поделиться своей точкой зрения, потому что она, ну, в чем-то схожа с остальными, в чем-то имеет свои какие-то особенности. Может быть, вам моя кажется ближе, или вы, ну, что-то просто в этом услышите. Я вообще, знаете, поняла, что какие-то проблемы, когда я теперь решаю, я вот слушаю много вариантов разных людей и смотрю, вот что мне цепляется, что на меня ложится. Потому что даже очень правильные вещи мы не можем сразу все применить. Вот бывает в исполнении кого-то, оно как-то нам ближе, понятнее, мы можем. Ну, начну сначала, то сейчас заболтаю вас. А почему вообще возникает такое вот опустошение, выгорание, нежелание чего-то делать? Может быть несколько причин. Первое, и вот сейчас самое актуальное, это болезнь. И знаете, вы не путаете вот это состояние, время болезни, такого вот апатии, опустошения с тем, что ну вы что-то не так делали, из-за этого что-то произошло. Хотя это может сочетаться. Потому что болезнь, особенно когда такая тяжелая, непростая, как вирус современный, она действительно высасывает все соки, и у тебя, ну, знаете, как будто бы прям какое-то живое существо. Поэтому первое, что именно маме нужно делать, это проверить свое здоровье. Если вы сейчас чем-то болеете, очень важно долечиться грамотно. Ну, те, кто в районе обитания моих родителей, прям очень советую к папе на прием. Потому что, ну, я ссылочку, как можно к нему записаться, оставляла под одним видео. Ну, под этим тоже могу продублировать. Потому что бывает иногда важно, ну, не просто, знаете, разрозненные рекомендации разных врачей, а понять, как это объединить. Вот почему, вот просто иногда бывает, знаете, организм начинает сыпаться, особенно у мам. То есть, да, это бывает от недостатка каких-то, например, микроэлементов в результате длительного грудного вскармливания или еще каких-то болезней, нагрузок. То есть, конечно, надо проверить, нет ли у вас анемии, и сдать не просто вот гемоглобин, эритроциты, обычный анализ крови клинический, а сдать ферритин, это белок, переносящий железо. Ну, чтобы понять, есть ли снижение, потому что если у вас анемия, у вас будет упадок всего и вся. Ну, там по многим пунктам витамин... D3 вообще очень многих проседает. Ну и разные другие. Может, какие-то гормональные нарушения. То есть могут быть нарушения в организме такие, ну вот, просто что-то в организме закончилось. Ну, это надо сдавать анализы крови, все-таки коррегировать разными витаминами, биодобавками. А бывает, вроде как, и все более-менее, а почему-то вместе не работает. Вот тут как раз мой папа может определить и по китайской пульсовой диагностике, по методу Фоля, посмотреть, что там происходит в организме, посмотреть, какие препараты назначены даже, например, разными врачами от разного, как они сочетаются. То есть важно вот увидеть организм в целом и его выровнять. Потом вот тоже, знаете, очень замечала, что я вот, по-моему, во всех влогах моих лечебных советовала обклеиваться по точкам пластырями китайскими. Очень повышает жизненный тонус, жизненную энергию. Как-то, знаете, начинает организм, ну, больше наполняться какими-то силами, быстрее выздоравливает и чувствовать себя лучше начинаешь. Но вот это чисто такая вот медицина. То есть вылечиться прямо важно, потому что бывает, ну... Не что-то окружающее виновато, а вот это вот болезненное состояние. Но если вы здоровы, с этим нет проблем, что же еще может послужить вот этой причиной такой апатии, выгорания, ничего не хотения? Это, знаете, никто в этом как бы не виноват, но просто жизнь в семье, жизнь родителей, мамы, она сильно отличается от жизни до брака.
отличается, ну, по-моему, вообще прям кардинально. И когда в это погружаешься, ну, начинаешь действовать как-то, ну, исходя из своего какого-то жизненного опыта, что мы увидели там в семье родителей, там, каких-то близких, знакомых. Конечно, ну, больше всего, конечно, рефлексуем по поводу того, что вот из нашей семьи идет. И не всегда этого опыта нам достаточно бывает. То есть мы на этой основе действуем, а в какой-то момент сначала даже может все получаться, а потом вдруг понимаем, что что-то мы не справляемся, что-то как-то все начинает разваливаться, выходить из-под контроля, все не так, как мы бы хотели. И это повод не отчаяться, не решить, что все, я ничего не могу, меня не так воспитали или еще чего-то. Ну, мало ли какие мысли приходят в голову. А понять, начать это изучать. И вот на это хотела поделиться своим опытом. У меня это, наверное, произошло, когда я была беременна третьим ребенком, Мишей. Причем, ну, наверное, еще чуть раньше у меня какие-то, ну, были такие моменты. Но, знаете, я по натуре такая спортсменка. Ну, я там всю юность, детство спортом разным занималась. И у меня есть это ощущение, что... Когда мне становится тяжело, плохо, я все время жду, что сейчас откроется второе дыхание. То есть я никогда не сдаюсь и вот борюсь до последнего. Все время делаю, но в какой-то момент иногда чувствую, что ну, зашел в тупик. То есть делаешь, а нет никакого движения, и как-то все постепенно проседает. Вот. И в этот момент я тоже всегда открыта. Я ищу, я, знаете, молюсь и верю, что Бог мне пошлет информацию, людей, которые мне помогут. И так всегда получается. Вот. И причем это происходит достаточно своевременно, то есть не то, что у меня там все развалилось, все стало совсем плохо, а вот оно начало куда-то проседать, и мне нужное попадает. Поэтому надеюсь, я, может быть, для кого-то из вас тот человек, который просто в нужный момент это скажет, и у вас как-то все наладится. А те, кто вот уже, ну, опытные мамы, жены, тоже поделитесь в комментариях, вот что вам помогало в такие моменты, что для вас вот послужило таким спасательным кругом, таким путеводным знаком. Ну, может быть, тоже поделитесь своим опытом. Давайте это видео будет, ну, полезно для всех. То есть, может быть, вы сможете дополнить мои слова или, ну, просто от себя что-то такое вот сказать, что, ну, поможет людям в подобной ситуации выплыть, вырулить. Потому что чем больше вот каких-то таких информации, каких-то важных путеводных знаков, тем легче человеку найти вот тот самый свой, который поможет. Вот. И про себя хочу сказать, что я... всегда пыталась что-то изучать. То есть я всегда понимала, что ну, информации имеющейся у меня недостаточно, я всегда искала, ну, чему можно научиться. И мне нравились системы такие, знаете, именно системы. То есть когда человек не просто мне там расскажет, как там блинчики печь, или как там пол правильно помыть, или как, не знаю, ну, что-нибудь там мужу такое особое сделать, а мне всегда хотелось увидеть это в целом, как это взаимосвязано, потому что я понимала, что вроде бы я и все делаю, и там, например, дом убирать пытаюсь, и там с детьми занимаюсь, и с мужем там стараюсь ему дать как-то отдохнуть там после работы, но куда-то я себя загоняю, что-то я делаю не так. Поэтому вот выстроив эту систему правильную, я понимала, что у меня огромный ресурс откроется. Потому что иногда мы, ну, скажем так, у нас дома беспорядок не потому, что мы не убираемся, или у нас с мужем как-то начинают отношения охладевать, какие-то проблемы, не потому что, ну, я решила с ним там разругаться, или он решил мне там жизнь испортить, а просто что-то делаем не так в мелочах, и от этого куда-то не туда уходим. И очень важно увидеть целую картину в общем. И вот хотела с вами поделиться, что же мне помогло. Ну вот самым таким, знаете, пунктом отправным, который направил мой корабль в нужную сторону и до сих пор мне помогает, это вот эта книга «Очарование женственности». Те, кто меня знают, я, наверное, помните, как я ее читала. Знаете, я ее читала взахлёб. Я ее, наверное, раз 9 перечитала, от корки до корки, причем очень внимательно. Знаете, она написана американским автором Хелен Анделин. Это женщина, у нее 8 детей, куча внуков, она счастлива в браке. Она христианка, но она не православная, но, знаете, в таких вопросах вот семейной жизни, я понимаю, что для меня момент, что человек в целом, ну, важность вот веры для себя имеет, это уже важно. Остальное в основном, это, знаете, такая
психология, какие-то бытовые вещи, то есть это не религиозная книга и тема не религиозная. Хотя вот, ну, все-таки то, что человек верит, это определенную базу для всего этого дает. Вот. И так как автор, американка, она, знаете, книга-то написана, ну, по-английски, а перевод русский, как с любым переводом, он, знаете, бывает такой сложноватый, то есть какие-то вещи бывают сложно, ну, по-нашему сказать, понятно, то есть не то, ну, дословно перевести, в принципе, несложно, а вот так же доходчиво, так же в самое сердце, какие-то моменты жизни, они отличаются, да, вот, реалии, там, она писала где-то, наверное, в середине 20 века, и вот сейчас у нас, да, время, то есть есть какие-то отличия, но база, структура, вот, знаете, абсолютно истинная. Считаю, что это азбука любой женщины. Вы, знаете, мне кажется, ее читать до брака можно, очень классно, но, может быть, что-то будет непонятно. Хотя, можно так, знаете, на семью родителей смотреть, на свои взаимоотношения с любыми мужчинами. В принципе, все равно полезная книга, но в браке не поздно. Вот, то есть в браке нужно как раз начинать строить семейные отношения, и эта книга самая том. Здесь, знаете, что меня, вот почему я так перечитывала, что я именно пыталась смысл вчитаться. То есть читаешь, ну так понятно, а вот не доходит, а как же это вот в жизни? И меня здесь, знаете, потрясло, что здесь, например, о женщине пишется, что в ней есть две стороны, ангельская и человеческая. И очень важен баланс. То есть если женщина сильно увлечется какой-то из этих сторон или упустит вот какие-то моменты, тут проблемы начинают. Читает эту книгу, знаете, прям вот по пунктам. Начинаешь видеть, почему у тебя то или иное происходит. То есть почему, например, на тебя так или иначе там муж там реагирует, например, или дети. Почему ты от того или иного не получаешь удовлетворения. И, например, такие вот моменты для меня был, знаете, прям яркий такой пример. Ну, например, все мы знаем, что надо помыть посуду, да, после еды. И вот меня какое-то время это так угнетало, вот это вот мытье бесконечной посуды, это все вот мокрое, в пене, все моешь, это бесконечно, и нет удовлетворения. А тут написано, что, например, обязанность женщины, ну такая их обязанность, ну на самом деле, да, ее роль, все равно кроме нее за это ответственность никто не чувствует. Не просто вымыть посуду, а вот, например, женщина, да, должна убрать со стола, вымыть посуду и застелить стол чистой скатертью, поставить на стол вазу с цветами. То есть, вот, понимаете, немножко на другой уровень выходит это. То есть нам не просто надо там помыть пол, а сделать какое-то место по-настоящему прекрасное и красивое. Это, да, то, чтобы было ощущение законченности дела. И что ты смотришь на него и понимаешь, что да, красота. И кроме того, не только вы, а и ваши близкие тоже начинают это вдруг ценить, вдруг замечать, потому что, ну, просто мытая посуда, вот, постоянно моющаяся, или просто мытый пол, ну, он не вдохновляет, его даже незаметно. А вот момент довести какое-то дело до красивого результата. Ну, это такой вот, например, маленький момент. Или там тоже такой момент, да, про сочетание этих качеств ангельских, человеческих, что вот ангельские качества, они вызывают у мужчины ощущение такое близкое, знаете, к преклонению, такое восхищение, преклонение. И это не то, что, знаете, мужчина там, вы ему все объяснили, ну, а, да, ну да, теперь буду преклоняться, а это у него само начинает из сердца подниматься, то есть он начинает к вам так относиться. Ну и прописано, какие ангельские качества, как все это выглядит. А человеческие, женские качества, это такие, знаете, вот, красивая внешность, там, красивая походка, там, немножко какая-то игривость, ну, вот такие вот, да, оно вызывает вот эту влюблённость, эту горячую любовь, вот, ну, желание защитить её, прижать, ну, вот, то есть, и если это все сочетается, то это вот то самое отношение, к которому все женщины мечтают, но, оказывается, оно очень зависит от, ну, каких-то наших действий, наших проявлений от нас. То есть мы можем вокруг себя создать семью, где мы действительно будем любимыми женами, мамами, прекрасными хозяйками,
даже не сильно упахиваясь на этом фронте. Просто понять, что же важно, на чем расставить акценты, и вот что создает эту атмосферу, создает это вот отношение. Ну, в общем, эту книжку я перечитала прям много раз. Знаете, вот тут еще такая, знаете, она пошаговая, потому что Хелен Андлин, она вела, ну, сейчас, наверное, по-моему, она уже умерла, хотя не знаю, может, еще жива, вела такие курсы для женщин, ну, при их там церкви, по урокам, как бы уча их становиться вот такими настоящими женщинами, вот создавать такую крепкую семью. И книга вот также пошагово написана, как бы с чего начать, что делать. Ну, какие-то действия мне так странно казались, и я, конечно, ну, так сразу не делала. Но я, знаете, начинала наблюдать и потихонечку, по чуть-чуть что-то внедрять, и видела результаты. А потом, когда я просто уже учиталась, я потом, знаете, стала мужу ее там рассказывать, там другим знакомым мужчинам. У меня муж прочитал, и все мужчины говорят: да, да, вот оно, то, что надо, ну, все правильно пишет, да, мы такие, да, вот так с нами надо. В общем, подтверждение от мужчин тоже получен. И потом я еще, знаете, на просторах интернета как-то наткнулась, вот, ну, мне Господь, считаю, послал семинар по этой книге написанный, читал мужчина, ну, сейчас до сих пор читает, Сатья Дас. Ну, как я вам и говорила, что вероисповедание человека для меня в этом плане, ну, не имеет принципиального значения, потому что это именно психология, это, знаете, как вот законы физики, там, закон Ньютона. Мне не важно, кто мне расскажет, что если что-то кинуть, оно упадет на землю, там, человек с мусульманским вероисповеданием, христианским, там, еще каким-нибудь, там, буддийским. Ну, есть законы, которые действуют для всех, и вот эта тема, которая для всех, и Сатья ее читает именно, ну, психология семейная, не скучно семейная психология, очень классно читает, то есть, по сути, комментарии мужчины, который реализован в семейной жизни, во всем. Очень классно. И знаете, вот мне еще чем Сатья понравился, что, во-первых, он человек русский, то есть, ну, наши реалии нашего времени, вот, это его реалии, поэтому он это все комментирует, освещает в нашем ключе. Это все более понятно становится. И плюс он очень, знаете, ну, такой, как бы, стиль, может быть, не всем подойдет. Он такой с юмором, юморит все время, может так крепко выразиться, но я скажу, то есть я вообще там, ну, когда люди ругаются, я не люблю, я не слушаю такой контент. У него иногда бывают какие-то слова, ну, просто какие-то явления характеризующие. Ну, я это нормально воспринимаю. Ну, вот, поэтому мне нравится его слушать. Ну, хотя, может быть, кому-то непривычно. Но вот я вам советую, попробуйте, послушайте вот любую лекцию Сатьи «Очарование женственности». Он в разных городах России читал этот семинар, и записи бесплатно есть в интернете, на Ютубе. И, знаете, просто вот вы послушайте вот одну лекцию до конца, потому что иногда бывает, знаете, ну, он как-то, не, может быть, не очень вам созвучно вначале что-то скажет, но потом прям раскроется, и вы поймете, что тоже ваше. В общем, не торопитесь с ним суждениями, но это то, что меня очень классно, мне углубило знание в этой книге, ну, в этой теме. И я потом стала слушать его и остальные лекции, и прям настолько, знаете, они ложились, раскрывали эту тему. И теперь периодически, я вам вот уже раньше рассказывала, что, ну, бывают, наверное, люди, которые могут одновременно, знаете, в разных областях так углубляться, совершенствовать. Я так не могу, чтобы мне где-то продвинуться, мне надо туда прям с головой занырнуть. И я в течение вот жизни, у меня меняются эти сектора пристального внимания. И вот, например, один сектор, да, это вот отношения семейные, другой это дом, да, ну прям прицельно именно дом, то есть там вот порядок навести, все структурировать, прицельно там развитие детей, я там прям в него, прицельно здоровье. И когда я заныриваю, я прям по максимуму все там делаю, ну что мне сейчас доступно. Но понятно, что в таком режиме максимума долго невозможно существовать. Я перехожу на следующий сектор, а оттуда остается то, что за это время, знаете, мне как-то прижилось, то, что у меня получается делать на постоянной основе, то есть такие какие-то небольшая надстроечка к моему предыдущему состоянию. Вот, и хотела, ну, поделиться какими-то, наверное, основными мыслями, ну, которые мне сейчас вот приходят в голову, вот, по теме всей этой очарования женственности, по теме баланса.
Ну, во-первых, да, мы, девочки, нам очень важно быть наполненными. То есть просто всем служить, все терпеть, все прощать. Мы закончимся в какой-то момент, и нас не хватит, ну, ни на что. Ни на мужа, ни на детей, ни на дом. Поэтому себя наполнить — это наша прям вот святая обязанность. И знаете, в этом тоже мне помогло, правда, сейчас книжку не взяла. Есть такая еще тоже блогер Ольга Валяева, она, у нее книг много. И вот у нее была одна книга, как-то 80 что-то способов, или даже больше, не более 90, не помню, как она называлась точно, сколько, цифру не помню, способов восстановления женской энергии. И там, знаете, полежать в ванне, там, попить вкусный там чай, там, пообщаться с подругами, почитать какую-то книгу, прогуляться, там, сделать себе макияж, сделать себе красивую прическу, сделать маникюр, надеть красивое платье. То есть, на самом деле, у всех это разное, всех наполняет разное. То есть, надо понаблюдать и понять, что же тебя наполняет. И это себе прямо в обязанности вписать. То есть, себя наполнять — это просто основа, потому что без этого семья не выстоит. И вот, например, для меня, помню даже, да, в плане вот ухода за собой, в начале семейной жизни была большой проблемой даже просто уход за зубами или за кожей лица, потому что требует времени, да, то есть эти процедуры провести, например, зубы не просто зубной щеткой почистить, а там ирригатором, там я флоссом какое-то время чистила, пока у меня... Ну, вот сейчас мне как-то вот электрической зубной щетки ирригатора хватает, а вот когда просто была щетка, без флосса не получалось обойтись. Ну, в общем, такие моменты. Потом уход за лицом, дальше не просто умылся, а тебе надо с этой умывалкой, нужно там всякие там скраб периодически, какие-то маски, тоники, крема там в разное место разные. Ну, потому что это действительно важно. Наша красота, как мы смотрим в зеркало, очень многое решает. Вот, и у меня сначала не хватало времени, потому что мы без помощников живем, то есть детки все, они, ну, по сути, на мне. Главный помощник мой муж, но он же не может все делать, он добытчик, деньги зарабатывает. И понятно, что вот и поначалу, я, знаете, даже мне было как-то неловко его о чем-то, потому что просить, ну, приходит такой уставший, там, ложится, спит. А, ну, мне, например, помыться. И вот я там даже изощрялась, помню, как-то приспособилась со слингом. Такой акваслинг у меня был, в который можно в бассейн с ребенком заходить. Но он его держит, и он такой, знаете, быстро сохнущий. И я вот даже в душе мылась, с ванной еще помню, в акваслинге. Ну, там, зубы вместе с ним чистила. Но вообще-то сложно. И я не сразу поняла, вот научилась, как это вот просить, что мне нужно время вечером обязательно вот за собой поухаживать в ванной. Ну и так далее. Потом там время там для гимнастики там утром. Ну, я не всегда, честно, его сейчас выделяю, но сейчас периодически я могу попросить, например, ребят, если они утром или днем там пришли. То есть вот это вот умение просить о помощи близких, даже видя, что они в чем-то там где-то, ну, оно хорошо загружены, но вы тоже загружены. Просто вот женщина, им есть женщины, которым свойственно не замечать свою усталость, свою загруженность. Им кажется, что все заняты, кроме нас, а мы такие бездельницы, тут с утра до вечера бездельем занимаемся. Для меня это было вот, ну, сложно тоже вот научиться просить о помощи. В общем, вот есть такие моменты, то есть поэтому себя наполнять очень важно. Потом же вот тоже еще есть такой момент, что когда у нас рождаются дети, очень сильно меняется жизнь. Это, ну, нормально. То есть действительно, когда входит ребенок в семью, женщина, становясь матерью, очень сильно меняется. Она там первые годы очень сильно завязана на ребенке, особенно если нет помощников. Но знаете, на самом деле, ну, это тоже наш такой опыт. То есть, в принципе, как, знаете, меня очень поддерживало, что, ну, вот если бы мы жили, да, на необитаемом острове там вдвоем с мужем, ну, и мы родили, мы вполне способны о своем ребенке позаботиться и все сделать. Просто иногда нас загоняет то, что мы пытаемся сделать своему ребенку слишком много. Потому что очень много моментов, они рассчитаны на то, что у вас есть или какие-то педагоги, няни, еще кто-то, ну, в помощь. И когда вы одна пытаетесь все это сделать, получается перебор. Поэтому вот я сразу, знаете, начала это все анализировать, понимать, а что такое есть не самое обязательное. То есть, конечно же, хорошо ребенку, но если вы это не сделаете,
с ребенком ничего плохого не произойдет. Ну, например, нет у вас сил погулять с ним. Не гуляйте, знаете, мы когда в больнице сидели, поняли, можно вообще там месяц не гулять с ребенком. Более того, его можно месяц не купать. Тоже ничего плохого не произойдет. Ну, там попу ж вы ему моете, там моську чумазую умываете с лапами. Вот на этом формате долго можно существовать. То есть понимаешь, что есть какие-то вещи нам, ну, как бы, хорошие вещи, но нам преподносимые обществом как обязательные. Или там какие-то, например, занятия с ребенком принято, что вот мама должна там с утра до вечера с ним там книжки читать, там чем-то еще заниматься. Знаете, если вы какое-то время не почитаете, ничего не произойдет. То есть это хорошо, это в плюс ребенку, но это не ваша такая, знаете, святая обязанность. То есть не загоняйте себя. Трезво оценивайте свои силы, делайте то, что можете. И ребенку бывает, знаете, даже вот базово ничего не делаешь, а потом вот как-то появились силы, и вот так прям вложился, и позанимался хорошо, и погулял. Ему это прям такой скачок дает. То есть ему можно вот так его напитывать, не постоянными вещами. То есть снизить такой вот уровень требований к себе. Вот. Потом такой момент еще, знаете, что все-таки основа всего в семье – это отношения родителей. То есть самое главное – выстроить отношения с мужем. Вот это то, что для ваших детей самое ценное и бесценное. То есть это то, за что они на самом деле потом будут вам благодарны, ну, там, когда-то, ну, они оценят. И это совершенно другое ощущение. То есть дети, они очень зависимы от отношений родителей. Причем даже бывают родители, как бы, ну, не разводятся, вместе живут, но несчастны. И родители, дети это видят, страдают. То есть выстроить счастливые отношения с мужем очень важно. И это такой приоритет номер один. Вот, и я регулярно себя, так сказать, продолжаю над этим работать, регулярно Исатью слушаю по 100 раз, очень меня наполняет, вдохновляет. И вот, знаете, есть такие как бы вещи, которые, ну, для меня были неожиданными и очень хорошо работают. Ну, такие две вещи. Первое – это важность общения с мужем. Причем что такое общение с мужем и какого именно общения важность? Потому что вот у меня сначала было, что там Андрей приходит с работы, и я там, ну как дела, и слушаю его. Он там обо всем расскажет, и о радостях, о трудностях. В общем, я там в курсе всех дел на работе. Но знаете, какая-то я после этого опустошенная. Чувствую, что что-то я вот перегружаюсь, а почему, не понимаю. Ну, это же так естественно спросить у близкого человека, как дела. Но потом я заметила, что меня-то как дела никто не спрашивает. То есть это я спрашиваю, как дела, и мне рассказывают во всех подробностях, а я остаюсь со своим. Ну, знаете, и вот Сатя мне в этом плане сначала очень непривычную вещь сказал, но когда я начала это пробовать, причем мы с Андреем не сразу стали пробовать, то есть сначала я для себя это пыталась уяснить, потом как-то ему это объяснить, что женщина, что есть такая экология, ну, как можно сказать, слива негатива, но, знаете, негатив это не в том плане, что это что-то плохое рассказывается, а это эмоции. То есть накопленные эмоции, впечатления, кто кому должен передавать в семье. Очень важно, чтобы это не шло от старшего к младшему. Это должно идти снизу вверх. То есть вот делиться своими эмоциями, впечатлениями, что накопило за день, там может быть все. Может быть вообще только хорошее, может быть и хорошее, и плохое. Это должно идти от детей к родителям и выше. То есть, например, дети, да, они рассказывают, маме открывают сердце. Знаете, открытие сердца. Вот они, вот все, что там на сердце, да, там все они школьники, там, как в школе, что ли, о чем они думают, о чем переживают, что их радует. Вот это, мама это принимает, слушает, интересуется. То есть это вот ты прям вот, ну, такой вслух превращаешься, и только такие, типа, ой, а как, а что ты чувствовал, неужели? Вот такие только словечки допускаются. Потом папа так слушает маму. Мама, ну, что-то свое рассказывает. Может быть, что-то от детей у нее там как-то переварилось, какие-то свои чувства. Причем достаточно буквально полчаса в день. Ну, вот качественного слушания. То есть именно при этом не перебивать, не давать советы, не вставлять какие-то свои мысли в ответ. Вот просто послушать, там, как у тебя дела. И если молчит, там, а как в школе, а как там друзья, а что ты делал. И вот в какой-то момент зацепит человека, и чтобы вот он начал рассказывать. Вот. И знаете, ощущение такое, знаете, такого облегчения после этого, прям крылья вырастают. И говорится, что если вот муж хорошо послушал жену, важно
как-то его порадовать, поблагодарить, потому что действительно становится намного легче. И, в общем, я, да, начала так... А муж, да, как бы, а ему куда нести? Ну, вообще, во-первых, мужчина, он действительно крепче. То есть он это может и переварить свои переживания. Ну, конечно, лучше, когда он тоже может кому-то донести, но это не задача жены. Это его задача выстроить отношения там со старшими учителями, священниками, духовным отцом, Богом. Можно просто помолиться, и мужчине станет легче. Можно ванну принять, можно пойти там дерево обнять. Ну, то есть, ну, на самом деле, мужчине проще. Женщине нужно проговорить, а мужчина может другими способами тоже избавиться от этого вот накопленной вот, не знаю, как сказать, даже не информация, этих эмоций, ощущений. Вот. И проблемы начинаются, когда слив начинается в обратную сторону. То есть, когда мужчина начинает вот это все рассказывать жене, жена переполнена, начинает выплескивать на детей, ну, или делиться своим ценным мнением таким вот, ну, именно вот эмоциями, или вот срываться на них. И знаете, тоже я вот заметила, что в какой-то момент я вообще такой человек, то, ну, видишь, я мягкий, но я начала периодически срываться на детей. Мне это очень не нравилось, знаете, это меня прям так угнетало, я думала, ну, что же делать? И вот когда вот это я дело изучила, я поняла, что, во-первых, так, не слушаю от мужа, то есть я этому все объяснила. И когда он начинает, говорю: Андрюшка, слушай, ты меня грузишь, не могу. А, и, кстати, в отношении с бабушками у многих тоже есть такое свойство, не у всех. Но вот прийти и начать рассказывать о своей жизни детям, внукам. Ну, внукам, кстати, они реже, а детям чаще. Вот это тоже надо стараться. Или как-то их вот перебивать, начинать им о внуках рассказывать, или как-то попросить, что это тяжело. Ну, или избегать частого общения. По-другому не получать, потому что это перегружает. Даже если бабушка рассказывает о чем-то хорошем, как на отпуск съездил или что-то еще, это перегружает. Прям вот прислушайтесь к себе, это очень тяжело слушать. То есть это надо, чтобы бабушка дедушке рассказывала, а не вам. Даже сын, да, не может потянуть, когда у него семья, дети, он и так перегружен. То есть сын может слушать маму, когда она совсем уже дряхлая старушечка и лежит, там у нее там протез потерялся, или там что-то сегодня, яблочко как-то ей не такое вкусное показалось. Вот это он выслушает. А если мама в полной силы работает, у него ух, эмоции, ощущения через край, это да. И да, то, что такой момент, вот слушать и открытие сердца мужу важно только от жены. Ну, там, может, чуть-чуть дети донесут. Не слушать там на работе от других женщин открытие сердца. Потому что это такое, знаете, интимное супружеское вот взаимодействие. И, ну, если муж перегрузится сбором открытия сердец от других женщин, он жену не сможет послушать. Это вот важно. Ну, вот это то, о чем надо прям мужа просить. Можно же не объяснять так глубоко, сказать, знаете, вот что у меня есть к тебе такое... Ну, вот просьба, мне посоветовали, и знаешь, мне кажется, мне это очень поможет, чтобы ты меня просто полчасика, ну, послушал, как у меня дела. То есть ты тут ни в чем не виноват, делать ничего не надо, просто меня послушать. Вот у меня что-то такое накопилось на сердце, я просто расскажу, и мне сразу станет легче. Потому что если у женщины копится, это все, во-первых, на детей выливается, а во-вторых, это еще по здоровью бьет, мы болеть начинаем. Ну, в общем, надо как-то пытаться договориться, но если он ни в чем не виноват, делать ничего не надо, но просто в этот момент, ну, как бы слушать, то есть там не играть в компьютере, и так, и ничего не советовать. Ну, вот сначала это непривычно, и, знаете, мне сначала было даже страшновато что-то говорить. Я вот садилась, и я не знаю. То есть, как бы я же просила Андрея просто послушать, а не пораспрашивать. Мне думаю, о чем мне говорить? И просто начала, знаете, вот... Ну вот что вижу, там, ой, сегодня вот там в окошке видела, там, не знаю, снегиря прилетел, представляешь, или там, ой, сегодня вот ты готовила это. Просто рассказываю, как прошел день. Сначала даже немножко скучно, как дневник, а потом, знаете, навык прокачивается, начинаешь как-то больше на сердце открывать, а потом уже и муж научается как-то, знаешь, спросить, во-первых, как дела, а во-вторых, если ты там как-то нормально ответил, что-то там копнуть глубже. Ну и, в принципе, как бы мама таким же образом с детьми общается, особенно с детьми, ну, пока не дети, да, там, после уже там, ну, когда они уже взрослые становятся, конечно же, мама не берет на себя в полной мере это открытие сердца, потому что она это тоже не потянет. Взрослые должны между собой в семье сами решать эти вопросы. Вот, то есть это такой момент, который можно прям начинать сразу, по чуть-чуть, и вот прям результат сразу виден. А, и потом тоже важно женщине не путать момент просто открытия сердца, вот когда мужчине надо ничего делать, решать.
И момент, когда она приходит к мужу обсудить, попросить его решить какие-то проблемы. Потому что бывает, если женщину долго не слушали, у нее все идет вперемешку. И о погоде, природе, и что надо проблему решить. А у мужчины голова взрывается. Он не понимает, то ли ему надо включаться и решать, тогда он уже не слушает, получается, или просто послушать. Поэтому мудрая женщина — это разделить эти понятия. То есть о конкретных проблемах, которые нужно решить, говорим отдельно, а вот сейчас время просто послушать, ничего не решать. Потом следующий момент тоже для меня был таким, знаете, отчасти открытием. Вроде все вещи очевидны, но вот так собраны, меня прям вот проняло. Это что женщина должна делать в отношениях с мужем, что очень важно. Во-первых, его благодарить за все то хорошее, что он делает. То есть не молчать. Что-то сделал, даже небольшое, обязательно сказать спасибо. В принципе, поначалу всегда так стараешься делать, а потом, знаете, какие-то вещи, они становятся на таком как-то, на автомате. То есть, мы же в семье очень много всего делаем. И как-то странно, за все прям сказать, говорить спасибо. Но на самом деле надо говорить. Мужчине это приятно. Вынес мусор, даже если это его обязанность, он за этим всем следит. Но сказать: слушай, спасибо, дорогой. Как же хорошо, что мне не нужно следить за этим мусорным ведром, что ты все выносишь, оно ж такое грязное, вонючее. И ты берешь на себя спасибо. То есть ты меня избавляешь от этих неприятных ощущений. Мужчине очень важно ощущать свою ценность, важность. То есть благодарить важно. Причем благодарить, ценить, восхищаться. То есть еще разные понятия. У Сати это так классно все расписывается. Но это все очень важно. Именно за мужские качества, за мужские поступки. Там прям, знаете, на разных уровнях это очень здорово описано. Потом женщина должна терпеть недостатки мужа, но никогда не терпеть недостойное поведение и не путать одно с другим. Что такое недостатки? То, что мужчина сейчас не может изменить. Это какие-то его или привычки, которые очень сложно сразу изменить. Они на самом деле, они уж какие-то вам не нравятся, но они, не знаю, вы от них на самом деле не сильно страдаете. То есть он может чавкать, он не может раз и перестать это делать. Он может как-то носом вытирать. Я не знаю, еще какие-то вещи. То есть, есть какие-то вещи, которые на автомате человек делает, не может прям сразу изменить. Он может как-то ростом или внешностью, может вам быть что-то такое, что вам как-то для вас не идеально, но это можно пережить. Какие-то ошибки, которые мужчина совершает, не специально, ошибся, это тоже такие недостатки, которые, надо терпеть. То есть их мы видим, но на них, как говорится, надо смотреть таким замыленным взглядом, не сосредотачиваться. Сосредотачиваться на достоинствах мужа. Но если мужчина проявляет недостойное поведение, то есть это какие-то поступки, от которых женщина страдает, дети страдают, а тут женщина должна сразу реагировать. Это все у Хелен Андерлин написано, просто кстати, так он доходчиво это еще, знаете, в примерах рассказывает, что прям важно. Например, знаете, он любит пример приводить, но он просто такой яркий, тоже вам, может, расскажу, может быть, даже вам уже рассказывала, про курение. То есть, если мужчина курит, что это, недостаток или недостойное поведение? Во-первых, то, что у него есть зависимость, это недостаток. Он не может так раз и бросить. То есть, если он решит и бросит, это просто подвиг, это героический мужчина. Но это очень сложно, то есть это недостаток. Но при этом мужчина может себя вести по отношению к женщине по-разному. Может лежа в кровати курить, говорить ей: вынеси ему пепельницу, почисти. Вот так, да? То есть не беря в расчет то, что ей это неприятно, не нравится. А может, понимая, что она не курит, ей это все неприятно, выходить курить на улицу, а не в доме курить. Может даже после того, как покурит, голову мыть, зубы чистить, что-то такое, чтобы ей не так сильно воняло. Какие-то вещи для нее делать, чтобы избавить ее от последствий своего недостатка. Поэтому и замечено, что если женщина начинает терпеть недостойное поведение, знаете, это часто происходит, потому что как-то это, знаете, во-первых, поначалу как-то думаешь, что все, что мужчина говорит, это такая вот, что так оно и есть. А он часто, просто ему так проще, просто он так сказал. То есть, и пока поймешь, на что надо обращать внимание, а что на самом деле не так принципиально, путаешься. И знаете,
не терпеть недостойное поведение, это немножко сложно, потому что мужчине, ну, как бы, ему оно нравится, его это поведение, ему так комфортно, он для чего-то это делает. И когда вы говорите, что нет, я это не буду терпеть, мне это не нравится, мужчина всегда возмущается. И вот это возмущение не все, ну, могут как-то спокойно воспринять. И кажется, а я лучше смолчу, лучше отойду, пусть это так будет, но не буду ничего говорить. Как бы типа так проще на самом деле. Не буду какие-то конфликты вызывать, но это же не останавливает недостойное поведение. И более того, замечено, что если женщина терпит недостойное поведение, она в какой-то момент перестает мочь терпеть недостатки. Вот знаете, у меня это прям есть такой индикатор чавканья. Я раньше думала, что я просто меня бесит чавканье, я не могу его терпеть. Но я заметила, что я не могу терпеть чавканье только от тех людей, от которых я терплю недостойное поведение. И вот если я теперь вдруг я где-то услышала, что меня начало раздражать, так, чего-то я не то потерпела. Или же просто долго не открывала мужу сердце, накопилось. Ну, это тоже такой, знаете, момент супружеского долга, то есть чтобы муж каждый день жену по полчаса хотя бы слушал. Это очень важно, потому что иначе женщина с этим переполняется и вот со всеми последствиями. Иногда, вот, знаете, тоже кажется, что ну, я могу поговорить там, с подругами, с мамой. И как бы, ну, мама вот для взрослой женщины это в разряде подруги. И все будет хорошо. Но на самом деле подруги, они потому еще и подруги, что они не то, что одна другой сливает, это все принимает, а они обмениваются. То есть мы поговорили, я там взяла у подруги мешочек там с синими, там, не знаю, эмоциями, она от меня взяла мешочек с красными, поменялись. Но потом это все равно надо отнести мужу. Вот, ну просто, скажем так, гораздо мужу даже легче слушать там, что там ты услышала, что какие-то проблемы у подруги, чем слушать, что у тебя какие-то проблемы. Вот, но, то есть, все равно это не решение проблем, это скорее, ну, просто пообщаться. Нам, женщинам, в целом надо побольше говорить. А вот, да, кстати, вот сейчас, вот почему, может быть, у многих есть какие-то такие вот проблемы с этим выгоранием, что во время этой пандемии всякой этой самоизоляции, каких-то закрытий каких-то мест, вообще страхом куда-то выбираться, чтобы там не заразиться, ну, вот мы стали меньше общаться. Поэтому, вот... Важно это восстанавливать. Ну и вот с мужем очень важно ладить эти отношения. Вот. Ну, в общем, я с вами какими-то такими мыслями поделилась. Надеюсь, они вам были как-то в кассу. Как-то вас, может быть, на какие-то мысли направили. Вот. И вот эта книга, знаете, очень советую. Или ее почитать. Она есть где-то в электронном варианте. Ну, просто можно лекции Сати послушать. Сейчас я тоже начала переслушивать. У него какая-то есть... Он читал их давно, прям постоянно, потом у него был перерыв, а сейчас какие-то в новом немножко формате начал читать. У него там 5 частей, 5 лекций. Ну, прям по этой книге. То есть вот, ну вот, там и как давать мужчине советы, если таки хочешь дать совет, ну, чтобы он сытно услышал его. Как его о чем-то просить и получить эту помощь. Там вообще столько всего, ну, о финансах как распределять. Тоже я вот там поняла, что еще бы от меня перегружает, это если я беру на себя мужские обязанности. А женщины очень часто берут на себя мужские обязанности. И тапки мужа в семье одни. Если я на себя возьму эти мужские обязанности, муж их сразу перестает выполнять, потому что он не будет бороться с женой. Ну, дорогая, если хочешь, иди, пожалуйста. В общем, там столько нюансов, и вот, вот именно вот в комплекс. Комплекс, поэтому то, что меня спасло. И потом, эту книгу уже прочитав, поняв важность каких-то моментов в жизни и про внешность, и про организацию дома, я начала изучать это все дальше. То есть уже, например, мои вот эти вот там разные флай-взлеты, вот курсы по организации домашнего пространства, ведения всего этого, организации своей жизни, так по-женски, то я все стала проходить, вот поняв важность этого, и поняв тоже, что просто на опыте там из семьи, ну, я далеко не уеду, потому что, ну, были пробелы, как-то сложно-то было собрать воедино. Вот, а пройдя курсы, тоже я наладила, я поняла, на что надо обращать внимание, что делает, создает в доме ощущение порядка. Вот там просто надо сосредоточиться в каких-то местах. Ты можешь там все надраить, а самое важное упустить, и не будет ощущения порядка, к примеру. Вот, но я вот свой канал поэтому и завела, что
Он такой, видите, у меня разнонаправленный. То есть тут и уборка, и о красоте, и о детях, и в этом просто жизни, что-то об отношениях, там какая-то готовка, все это лечение. Ну, потому что это все части нашей женской жизни. То есть я не могу сказать, что что-то в моей жизни сейчас самое важное. Оно все важно. И очень сложно и важно соблюсти в этом баланс. Найти вот свои подходы, выстроить свою систему. Поэтому вот я с вами делюсь своей. Ну, может быть, я не так это все по полочкам, как книгам раскладываю, но просто чтобы это было видно, как это в жизни происходит. Потому что вот мне в свое время тоже очень помогли вот такого плана блогеры, когда ты прям видишь, вот как это в семье реализуется. Девочки дорогие, буду с вами уже прощаться. Надеюсь, вас не очень тут заболтало. Надеюсь, вам было интересно. Я знаю, что, знаете, блогеры, вот, которые прям серьезно идут канал, они прям, знаете, себе список пишут, чтобы там все по пунктам рассказать. Но, честно, я не успеваю. У меня тут столько детей, столько дел. А с вами поговорить, поделиться хочется. Особенно, когда я, ну, получаю от вас в личку, вот в разных соцсетях вопросы, ну, я понимаю, что мне просто в ответном письме бывает развернуто не ответить, поэтому я для вас снимаю видео. Надеюсь, они всем полезны. Вот, в общем, рада вас было всех очень видеть. Приходите ко мне еще, буду вам очень рада. В общем, жду вас в комментариях и жду снова у себя на канале. Если вы еще не подписаны ко мне ВКонтакте или в Телеграме, подписывайтесь, потому что не знаю, сколько еще YouTube проработает. Я надеюсь, он еще будет работать, поэтому продолжаю снимать, выкладывать. Ну, если вдруг что, то там в соцсетях я, ну, буду давать ссылки туда, куда я перейду. Может, на Яндекс.Дзен. Но пока я тут. И потом, знаете, вот тоже насчет видео, я обычно такую красивую музыку вставляла в видео. Пока я еще, наверное, постараюсь ее вставлять, если успею, с монтажом. Но боюсь, что скоро закроется доступ к Epidemic Sound, как раз куда я подписана, откуда я брала эту музыку. Ну, тогда будут какую-то попроще вставлять. Но, надеюсь, все-таки видео будут вам как-то помогать со мной восстановить свой дух, настрой, успокоиться. Ну, как-то вот обрести какую-то опору в этой жизни, ощутить поддержку. В общем, я очень надеюсь, что была вам полезна, была вам всем очень рада. До скорых встреч. Пока-пока.